Ну, чё, ребята, всем здрасте. Во-первых, во-вторых, берегите глазки, игра очень сложная для восприятия. А также, ну все. Это все, что я хотел сказать. Досмотрите это видео до конца, и под вашей подушкой ничего не появится. Зато я не буду плакать. Ёпта, как-то двери открываются странно. Зачем я сюда пришел? Во-первых, во-вторых, почему такая игра визуальная, сложная для восприятия? У меня сейчас глаза на жопу залезут. I can't drink on the job. Я не могу работать на работе. Я не могу бухать на работе. Очень печально, очень печально. Значит, это плохая работа, чувак, увольняйся. О! Здорово! Ха-ха! Какой у меня узкий глаз. Говорит, как раз вовремя, поторопись, и что-то там. Уби меня. Я не могу нигде найти ключи от чего-то там. Судя по всему, ванной комнаты. Она закрыта нахер. Что за комната? А, какой-то склад. Так, на складе. Очень много коробок всяких и всяких дверей. Рефрижератор. А, холодос. Это у нас холодильник. А тут у нас задняя дверь. И опять холодильник. Одни холодильники вокруг. Тайм-карты. Вот, я пришел на работу. Я отметился, что я работаю. И я заменил чувака. Сменная работа у нас. Что это? Положи на место, идиот. Положи на место, пожалуйста. Выкинь эту консерву, бро. Ты чё, дурак? Получилось. I can't leave the store. Я не могу покинуть магазин. Как скажешь. Дай мне задачу только. Я буду стоять. Смотреть в окно. В одинокое, никому не нужное. На какой-то заброшенной заправке. Вдали от цивилизации. Тут даже бомжи не обитают. Настолько все печально. Зато у меня есть пиво. А я могу выпить? Давай на... Ой, камера на меня прям смотрит. О! Я пойду делать уборку, ребята. Ой. Дальнобойщики приехали. Ёпта. Заходи. Я все тебе продам. Здорово. Классический дальнобойщик. Чё, ты можешь мне дать $10? Он памп, что значит? Какие у тебя подозрительные глаза. Ты весь подозрительный. $10 на какой-то шоссе 5. Спасибо. Так я тебе дал или ты мне дал? Я заработал... Что у тебя с КамАЗа? А, или мне кажется, что у него задние колеса подняты слишком. Отпустите меня, я что, собака, что ли? Алло. Я так понял, что он просто заправиться приехал и ничего не купил. Что это? Это телефон? Я его заправил. Я нажал на эту штуку, и он заправился. Продолжаем уборочку. Приезжайте, ребята, мне скучно. Ой-ой-ой, какой-то фургончик криминальный едет к нам. Надеюсь, он купит шоколадку. Хотя бы шоколадку. Только за бензином приезжать — это кощунство. На заправку, на котором А, смотри, он не заправляться заезжает. Он ведь заезжает целенаправленно в магаз, либо он просто тут колесит. Алло, это подозрительно, дядя. Да, странный тип, конечно. Приехал, что-то посмотрел, уехал обратно. Крайне подозрительно. О, посетители! Я надеюсь, что посетители. О, подъезжает. У него хотя бы моторчик жужжит. О, это кто-то приехал. Давай, заходи. Тёлка какая-то на ладе приехала, нифига себе. Чё хочешь? Мне нужно немного сигаретов. А, какой бренд? Банчерет. Без ах фильтров. Банчерет. А, вот они. На. Деньги. Пожалуйста. А, я могу воспользоваться туалетом. Поссать хочу. Обоссаться. Ну, сорян, знаешь. Я не могу их открыть. Это так, грустно. Я же сейчас обоссусь. Удачи обоссаться. Так, сишки она купила и уехала. Все правильно. Я какую-то музыку слышу. Чувак, это опять ты. Дайте кинуть в него что-нибудь. Чего он здесь колесит? Я не понимаю. Кто это? Алло, ты в кусты поехал. Кто тебе права выдал, дядя? А кстати, если у меня есть инвентарь, я же могу пособирать все-таки это все. Че бы и нет. Пусть будет. Может быть. Ты кто, дядя? Че так незаметно приперся? Ай! Ты здесь одна? Нет. У меня шиза со мной всегда в кармане с собой в порядке, да. У меня здесь коллега. Недалеко. Иди нахер отсюда. Я тебе сейчас консервы по башке дам. Где она?
Ты чё, а? Не чихай! Или маску носи. Ты что хочешь от меня, дядя? Выбирай давай быстрее, я тебе продам что-нибудь и уходи отсюда. Чё смотришь, чё надо? Какой-то это подозрительный чувак вообще максимально. Он явно не знал, что хочет взять, и он, скорее всего, даже не хотел ничего покупать. Я просто его обманул, что здесь одна. Он ждет, пока вернется тот, кто со мной, но он никогда не увидит мою шизу, потому что это моя шиза. Только моя шиза видит меня. Я... А! Ты что, дурак? Тупица! За пивасом полез. Что-то ты долго выбирал и мучился. Он мне деньги отдал, по крайней мере. Настоящие? Вроде да. Все, вали отсюда, странный дед. Еще и пешком приперся в захолустье какое-то. О боже. Что он тут наследил? Неужели опять убираться? Что? Ёк-макарёк! У меня мурашки пошли по коже. Я слышал отчетливый звук открывающейся двери. Кто здесь? Блястяще! Максимально блестяще. Кто-то же вошел сюда, получается, да? Кто? Куда? Где? Алло, дядя, кто открыл мне заднюю дверь? Она закрыта была, у меня ключа даже не было. Кто-то обоссался зеленой жидкостью. Хорошо, спасибо, что открыли мне... А, и это тоже открыто теперь. Кто открыл? Тварь! Я пошел пописаю, я вернусь, говорит. Я не вижу ни черта. Проснись, дамочка. Так, это какой-то дом, да? Алло, очнись, что у тебя с глазами? Линзы надень, что-нибудь, протри их. Как долго... А я тут сидела, наверное. Брендон? Почему он еще не вернулся? Потому что он писает, сидя. Судя по всему. Ёпта, что за камыши, мы в болото заехали. Питер? Брендон, наверное, пошел, скорее всего, в мальчиковский писсуарчик. Потому что он, как минимум, имеет мужское имя. Брендон, выходи! Брендона здесь нет. Ё-моё, какая стрёмная. Я хочу домой. Ладно, очень странный туалет. Выход из которого находится сзади. Ну, точнее, один из выходов находится сзади. И ведет... В болото! Что это? А. Права самые. Водительские. Водительское удостоверение. Чувак, ты их потерял. Ну, мы их, видимо, подбирать не собираемся. Ну и хрен с ними тогда. Видимо, они никому не нужны. Ну, Брендон потерялся, наш пацанчик, в общем-то. Пошел пописать и заплутал немного. Его вела дорога приключений. А потом ему обоссали колено. Какой-то обоссанный завод. Ну, или что-то такое. Боже мой, какая графика. Он сам и его жена переедут из Сидарвилля в надежде найти лучший лечебный центр поближе к городу. Он приносит свои глубочайшие извинения всем сотрудникам, которые посвятили свое время и усилия улучшению компании. Вы можете собрать все вещи в течение последней недели производства, в противном случае они будут выброшены, когда здание будет очищено перед вынесением приговора. Спасибо вам всем. Походу на здание подали в суд. И работникам сказали, типа, ребята, выселяйтесь, вещи свои собирайте, либо их выкинут перед тем, как нам пропишут приговор. Пёсик! Ты чё, заблудился? Капец, пёсик тут самый качественный. Эй, мальчик, ты откуда вообще? Ты потерялся? Да, я тоже, прикинь. Ну, я дорогу помню, так что не пи***й собаки. Тедди Бир? Какой-то ребенок это здесь потерял. Ты со мной будешь ходить. Капец, это меня очень радует, это очень меня радует. Так, тогда давайте сходим направо, потому что два пути. У меня есть собака, как меня это радует. Пошли, дружок, надо тебя как-то назвать, наверное. Пивас, пусть будет пивас, короче. Пивасик, пошли. Собака, пивас, а я пида. Я ничего не понимаю пока что. Куда ушел Брендон, что это за места? Во-первых, что это за места? Куда ушел Брендон, а самое главное... Почему он туда ушел? Приват проперти, ноу 13, что-то там. Короче, приватная территория, закрытая территория. Где песик? А, вот. Я могу запрыгнуть на машину и перепрыгнуть через сено. Через стену сена. Ты где? Ты че в машину залез, дурашок? Дурашок! Вылазь! О боже, лабиринты из травы — это самая неприятная вещь, как по мне. О, он меня куда-то ведет! Побежали! Может, ты почуял Брендона? Он мог обосраться вообще запросто, его легко почуять. А вдруг ты в ловушку меня сейчас за...
Что-то ты нашел. О, еще чьи-то права. Ты че? Молодец. Мальчик хороший, да, действительно. Куда-то ты меня и привел. Куда ты смотришь? Не пугай меня, пожалуйста. Так, айди. Что случилось здесь? Какая-то... Калифорнийская девушка. И все. О! Нельзя. Так, вроде как я не могу выйти вот там, в церковь. Но может быть могу. Вот там я не вижу. Ладно, побежали, песик. Нюхай что-нибудь. Брэндон по-любому обосрался. Меня не нюхай, я тоже обосрался. Опа. Куда-то вышел. Посмотрим, что там есть. Я надеюсь, что не придется обследовать целый дом. Обследовать. Я сказал, как будто я врач. Лечу инсульты у домов. Ёпта, ну дверь открыта. Это значит, что мне надо будет зайти в дом. Он опять рычит. Ну иди, чё ты встал? Что случилось? Ты что-то видишь? Я не пойду туда. Ну ладно, пойду. О! Ты дурак! Пивасик, нет! Пивасика замочили! Кто-то пивасика кочергой их отхерачил. Дом ржавый. Пивасик еще живой. Ну куда он побежал? Что? Я должен от кого-то прятаться? Вот это говняна. Пивасик! Пивасик, ты тут? Пивасик! Не волнуйся! Мы выйдем отсюда. Ты чё? Ты наступил на... Аккуратнее, пивасик. Куда ты меня ведёшь? Да как ты меня нашёл? Я же спрятался. О, у меня квартира появилась. Клетка. Моя башка болит. Что мне делать? Так, это что? Ведро, чтобы я покакал. Телевизор, чтобы я не грустил. Клетка, чтобы я не убежал. Не очень-то и все радужно, на самом деле. Но я могу только покакать. Ой, я открыть что-то. Но ничего мне это не даст. Что? У меня что-то это... Краснеет, когда я долго смотрю. Нет кнопок. Не могу выключить это дерьмо. Так, а я буду долго смотреть на телек тогда. Мне вообще похер. Что будет со мной? И почему краснеет, когда я смотрю на телек? Я отключился! Я сдох. Ребята, не смотрите телек. А, так и надо было сделать. Отличная идея была, отличная идея. Кто гений? Я гений! Кто плачет? Или это Брэндон? За кого я играю сейчас? Эй, дядя, отпусти меня. Пожалуйста. А-а-а!